Котлея Филипп Хейч. Очень интересная наградная котлея, очень красивая. Ну, взяла все самое красивое от своих родителей. Достаточно компактное растение. Получила его в прошлом году с Бразилии. Сейчас она иногда в Германии появляется. Ну, достаточно редкое растение, очень красивое. Цветы тоже очень плотные. Вот она растет в таком субстрате. Кора плюс пенокристаллическая микросфера. Она набирает в себя воду. Ну, горшки большинство люблю использовать плошечные, чтобы не было замокания субстрата. Вот такая вот красавица.